Кого? С Андреем. Ох, ну что ж, итальянская тема вместе с третьим днем марафона Join Up и Bombardier TV. Love in the air. Любовь витает в воздухе. Или любовь в эфире. Мы несколько раз пытались посмеяться на эту тему. О том, что о любви в эфире, в общем, речь пока не заходила. Уж как минимум ее показывать. Ну, разве что так, глазами и бровями. И тем не менее, дорогие коллеги, давайте приступим к итальянской теме Join Up. Пять идей? Пять идей. Мы так сразу, да, вступаем? А чего? Чего время зря терять? Время тянуть, вы да? Привлекательны, мы чертовски привлекательны. Чего время зря терять? Да. Презентую нашу гостью. На титре написано. Да, конечно. Хорошо, Танечка, добро пожаловать в очередной раз. На титре написано. Тань, мы рады видеть, конечно же. Давайте начинать. Таня Лысенко у нас с Италии. А как у тебя, кстати, Андора была? Отключился на секунду. Поездка твоя в Андору. Шикарно, мне понравилось вообще. Помнишь, когда мы боролись за Андору? Я был уверен, что мы победим, и тебе понравится. Мне очень понравилось, вообще невероятно. Причем я увидела Андору в двух состояниях. Это когда мы приехали, и было вообще, ну, вот весна. Просто ни единого снега, вообще ничего. Горы такие зеленые, было неимоверно тепло. Мы вообще ходили, раздевались, потому что было очень тепло. Мы сейчас возобновим батл Андора и Луда, да? Нет, я успел съездить в Луда. Вот. А потом, собственно говоря, выпал снег, я увидела вообще уже заснеженные горы, но это были вообще очень контрасты сильные. Скажи, там тоже можно, да, влюбленным проводить? Можно, кстати, да, очень, ну, я не ожидала. Андора. Это бонус такой. Это сегодня к делу не относится, да, но знаете, что Танечка вам все расскажет и про Андору, она теперь в курсе событий, и про Италию, соответственно, которую она очень любит. Итак, итальянская идея номер один, романтическое путешествие в Италию. Италия вообще романтическая, я не знаю, как получилось собрать пять идей с сегодня. Я не знаю, я очень сильно пыталась как-то даже ограничить себя в количестве идей, как можно провести время в Италии. Ну, в принципе, Италия-романтика. Ну, я не представляю, как еще можно представить Италию, да, без иначе. Романтики, без романтики, да. Окей. Но из того, что я выбрала, первый вариант, как идея, да, для того, чтобы провести время в Италии. Тиволи – это живописный старинный городок, который находится недалеко от Рима, буквально 24 километра, провинция Лацио. Невероятно красивый ландшафтный парк с безумно красивыми виллами, которые там расположены. В принципе, для туристов, которые самостоятельно отдыхают в Риме, они посмотрели Рим и хотят увидеть что-то, ну вот, из ряда вон выходящее, чего они не увидят в Риме, да, то есть водопадов в любом случае они там не увидят, и такого большого количества вилл. Да, хоть чего-то. Очень сказочно все красиво, роскошные сады, в принципе, даже вот в такое время года в Италии довольно-таки тепло, то есть сейчас там около 15 градусов в Риме, солнце светит, не то что у нас, сегодня погода явно не радует. Ну и, собственно говоря, для влюбленных провести там время, погулять этими роскошными садами, послушать пение птиц, насладиться, собственно говоря, этими виллами, сфотографироваться на фоне всего этого дела. Ну, то есть идея в разряде ми-ми-ми, я так понимаю, очень да? ми-ми-ми, да, 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 вот вы словили. Вот это тема Тиволи. Понятно. Ну, а что, это романтика, это же тема в тренде ми-ми-ми, правильно? Конечно. Значит, Тиволи это туда. Я же уже подготавливал вопрос. Давай. Жги. Хорошо, хорошо. Все это ми-ми-ми, та-та-та, а-та-та, здорово. Две вещи. Кушать хочется всегда, и в феврале все-таки ночью холодно. Где есть, где жить, и что с этим селиться делать? Селиться ли в Тиволи? А то мимими быстро закончится, я так понимаю. В Тиволи селиться не обязательно. От Рима можно доехать, ну, либо же заказать, конечно же, экскурсию туда. Если же это мы делаем самостоятельно, буквально полчаса на скоростных поездах, из центральной станции Термини до Тиволи мы приезжаем, гуляем там максимум 3 часа и можем точно так же вернуться обратно. Потому что поезда курсируют там буквально каждые полчаса-час и, соответственно, оставаться там на ночевку и, ну, получается, 3 часа на признание в любви, поцелую, прогулки и ми-ми-ми. Да, может, предложение кто-то решит сделать там вот на фоне очень красиво картинки. Вон, а в плане, если кушать хочется всегда, в Тиволи есть перекусить места? Ну, конечно. Фастфуд, общепит, стритфуд, рестораны? Есть, не на территории. Территория, конечно, самого этого ландшафтного парка, но за территорией есть небольшие такие, так скажем, лавочки, где можно перекусить там сэндвичами какими-то, выпить кофе, либо же... То есть чай. Вот такой вот пикниковый вариант, да, в основном, да? Да. Ну что, прекрасно. Как идея в любом случае принимается. Тиволи, мы ее уже пометили ми-ми-ми, так что кто любит. Идея номер два. Идея номер два – Трастевере. Это один из самых, пожалуй, моих любимых районов в Риме. Он самый колоритный район, я бы так назвала, потому что, в принципе, Рим, он такой серьезный, античный, старинный и
такие вот очень узенькие улочки Рима, они больше похожи даже на хипстерский какой-то район, который вот сейчас, потому что очень много уличных музыкантов, очень много молодежи, бары практически на каждом шагу. То есть этот вариант для, для пар, которые такие молодежные, хотят повеселиться, в то же время, чтобы красиво было вокруг, там действительно очень мило. То есть, имеется в виду, там есть масса скопления заведений, где ты приходишь и можешь сразу влиться в круг отдыхающих, которые там находятся, да? Да, можно сказать, что познакомиться. Принимают к себе. Угу. Да, в барах очень быстро там знакомятся люди между собой, то есть сидят компании, они сразу же объединяются, все начинают разговаривать на едином там выбранном языке, будь это там английский, либо же кто-то знает итальянский, либо же, ну не знаю, там очень много вариантов. Кто в Риме знает итальянский? Кто знает какой язык, да, и все между собой начинают общаться касательно вот как вам Рим, а вы видели это, а вы видели то, а сходите туда. И это вот сейчас, Таня с нами не было, это отсылка как раз к тому разговору, если вдруг на 14-е кто-то поет самостоятельно. Угу. Потому что, ну, радушная компания, которая принимает это новые знакомства и, может быть, какие-то новые романтические увлечения. То есть это не только для пар получается. Вот, там, где можно найти свою вторую половинку. Слушай, ну, пока дело зашло о итальянцах, я тоже тут открыл, как итальянцы и любовь. Если позволите, я буду так вот Давай. Всыпать иногда. К любви итальянцы относятся очень серьезно. 99% итальянских песен о любви, ею заняты все мысли, ей посвящают бесконечная дискуссия, весь в сущности, что за жизнь без любви. Ну, это понятно. 99%. Ну. В программе дискуссии, слушай, множество ключевых вопросов. Такие как, например, полезна ли любовь для здоровья? Угу. Как отражается влюбленность на вашей диете? У нас есть ответы на эти вопросы? Или нам тоже нужно об этом поговорить? Дебаты ведутся бесконечно, захватывают ей все население. И это, кстати, вам в пользу. Если будете в Траставере, там принимают радушно, вы вольетесь в компанию. Вот, пожалуйста, классические итальянские темы, на которые вы сможете там поговорить. Да, помимо того, что можно прогуляться, опять-таки, этими узкими старинными улочками, посмотреть на эти дома красивые. Есть площадь, вот она буквально на второй фотографии на слайде указана, где проходят выступления живых музыкантов, да, уличных. То есть, либо же они там какую-то музыку играют, либо же это фаер-шоу какие-то устраивают, и действительно это воочию невероятно захватывает. Вот проходишь, и там играет какая-то знаменитая песня, тебе знакомая. Не итальянское слово, шарман. Подходит. Хорошо. Итак, идея номер два, Траставере. Она отличается от первой, и вы уже поняли, чем. Так, номер три. Хочу как в кино. Это вот так у тебя называется. Да, хочу как в кино, потому что, ну, на самом-то деле не секрет, потому что очень много фильмов снято, связанных с Римом, связанных с местами в Риме. Это и римские каникулы. Калигула, да. Да. Тоже фильм чего? Мы помним все массовые сцены. Да, о романтическом кино. Римские каникулы, безумно влюбленный. Там, я не знаю, тот же Дольче Вита. Ну ладно, оставьте его. Тот же Дольче Вита, Феллини. Давайте серьезно. О серьезном кино, хорошо. О серьезном кино будем разговаривать. И опять. Вот. Так, и, собственно говоря, вот, то есть мы предлагаем вариант такой, что можно пройтись по знаменитым кадрам, да, из фильмов. По съемочным местам, да? Да, вот, допустим, Челентано и Арнелло Мутти в фильме «Безумно влюбленный». Первым делом он ее повел на римский форум, да, и пока там заваливал эти все колонны, да. То есть это было невероятно весело. То есть, в принципе, пара может прийти, а также только не надо заваливать. Не надо валять колонны, это можно только Челентано в Италии. Конечно. Вот, посмотри, то есть на римский форум. Далее... Одри Хепберн в «Римских каникулах» ела мороженое и спускалась от Тринита де Монти по испанской лестнице. Mm-hmm. То есть, опять-таки, можно сделать такой же чудесный кадр со своим там любимым. И мороженое можно купить свежее. Можно купить, конечно. Джелато. Да. И знаменитая сцена в фонтане у Феллини в «Ла Дольче Вита», ну, тоже невероятная. Поэтому, опять-таки, фонтан Треви – это место паломничества всех туристов, которые должны вот запечатлиться на как? Его фоне. Как? Вы не видели Феллини? Посмотрите обязательно и отправляйтесь по местам боевой славы. Я сразу в довесок. Давай. Приоритет латинских любовников перед прочими доподлинно не установлен. Однако итальянцы продолжают нежиться в лучах славы своих предков, а прочие нации верят в эту легенду. Тем не менее, легенда о латинском любовнике живет, и мужчины-итальянцы удовлетворенно читают более обнадеживающие сообщения в газетах, например, о том, что презервативы итальянского производства на 0,5 сантиметра длиннее, чем другие импортные изделия
номер два. Это, в общем, говорит только о том, что они длиннее, и все. А идея номер четыре. Ну, мы же не будем развивать сейчас тему презерватива. Хотя тема на самом деле колоссальная. Колоссали. А, четвертое. Экскурсия в Неаполь. Вот, мы немножко удалились от Рима. Угу. Да, очень удалились от Рима. Ну, вот Неаполь – это один из моих любимых городов в Италии. А, ну, принято считать… Ты любишь порт неапольский? Вы знаете, да, там весьма колоритно. Ну, если так, то да. Весьма колоритно. И можно наблюдать за Везувием, и можно посмотреть на этот закат сумасшедший. Ну, в общем, многие считают, что Неаполь – это грязный портовый город, да, абсолютно ничем не примечательный. И они тоже правы. Да, нет, но вот, если вот, смотреть кроме другой... Кроме ничем не примечательный. Да, нужно смотреть абсолютно с другой точки зрения, потому что Неаполь, он, не знаю, мне кажется, что он сочетает в себе очень много городов Италии. Uh-huh. Потому что можно увидеть тот же Рим, потому что он уровневый, да, то есть понятное дело, что он в самом нижнем уровне, где, собственно говоря, и находится порт, но там более такие трущобы, но они, ну, вот они как в настоящем итальянском кино, когда-то вот гирлянда из свежевыстиранной постели висит. Помнишь, когда они грабили банк? Банки. Вы куда идете? Мы идем грабить банк. А, возьми своего племянника. Марио Бридизи. Вот. Это действительно, это вот эти вот улицы. Ты вот проходил, большая какая-то улица, там много людей, потом буквально завернул за какой-нибудь угол. Все, это узкая улица, это обязательно гирлянда свежевыстиранного белья, это обязательно какая-то тучная женщина там в окошке курит. Ну, то есть вот такие контрасты. Какой-нибудь типаж комиссара Катани, да? Да, да. Там, дети бегают. Банки кричат, да, неаполитанский воздух, всего 2 динара, 2 евро, неаполитанский воздух. Да, нет, да, в этот раз они просто в футбол играли. Mm-hmm. Да, ну то есть я видела, как в футбол играли. Да. Вот, далее там на следующих уровнях, там действительно очень красивые достопримечательности. Можно там посетить те же катакомбы, от которых там, опять-таки, дух захватывает. И, конечно же, там, я не знаю, либо же рассвет, либо же закат в порту. Как бы это романтичная тема. Как бы это ни звучало, но серьезно, очень красиво. С видом на Везувий, ну, чем не романтика. Я видела очень много там пар, которые стояли, обнимались, они прям наслаждались вот этими всеми видами. Угу. И серьезно, Неаполь очень красивый, но опять-таки для любознательных это комплекс Помпеи, да, обязательно нужно посетить, либо же просто прогуляться, есть очень много смотровых площадок в Неаполе, где можно выпить вина, опять-таки, посмотреть на город. Ну, в Италии, да, вот глаз радует сама природа и архитектура, которую люди построили, а вот то, что витает нечто невероятное в воздухе, оно вот тебя... Все равно настраивает романтическое. Да, да, то есть тебя, там невозможно, где бы ты, ну, в любом городе ты бы находился, ты в любом случае найдешь какую-то романтику для себя. Жаль, что мы сейчас не голосуем, я бы предложил проголосовать за романтический Неаполь, кто за, кто против, и я уверен, что за было бы достаточно много народа. Идея номер 4, неапольская экскурсия. Ну, сию секунду все равно не получится, мы потом по факту узнаем результат. Венеция, вот тут вообще без вопросов, это классическая романтическая классика, тема, да? Конечно, ну, как бы... Классику никто не отменял, и ну, Венеция, она просто сводит с ума. Как это колоссальный, собственно говоря, город. Очень много людей туда стремятся попасть, даже кто уже был, неоднократно туда возвращаются, потому что, опять-таки, архитектура, опять-таки, все эти каналы, проехаться на гондоле, когда сзади еще гондольер там поет какую-то песню. Прямо урчит. Прекрасно. А заканчивается как раз в эти дни знаменитый Венецианский фестиваль, карнавал, да, да, да. Да, и те, кто успевают на 14-е, еще застанут Венецию, которая первый вдох делает после него. Да, да, как раз меньше народу будет, и будет гораздо приятнее там находиться, хотя там всегда очень много туристов, как мне всегда очень часто задают вопрос, когда лучше ездить в Венецию, потому что летом, говорят, когда каналы какой-то не пахнут. Запах. Я была в августе месяце, вообще никакого запаха не ощутила. Это потому что вообще была не в июне. А в июне есть, да. Есть. Ну и потом, эту тему мы тоже постоянно муссируем, это вот сродни романтической прогулки на верблюде. Если у вас обостренное обоняние, ну, может быть, это даст какой-то дополнительный штрих. Если нет, вы даже не заметите. Ну, в общем, классика Венеции – это обязательно посещение площади Сан-Марко, обязательно покормить голубей, обязательно с ними сфотографироваться, пройтись по улочкам, проплыть по Гранд-каналу на гондоле, постоять на мосту вздохов, зайти в галерею изящных искусств. Ты готов спеть песню? Нет, я слушаю просто, да. Ну, кстати, да, дорогие друзья, если вдруг
кусается цена проката на гондоле, то можно проехать на морском трамвайчике. Да, на вапоретто можно, конечно. Да, сами гондольеры не самое дешевое удовольствие, но фактически... Их нужно искать, мы говорили... Я понимаю, что сегодня третий день, но я постоянно рефреном говорю, мы говорили. Действительно, говорили на нашем YouTube-канале, особенно если вы подписаны, вы сможете все это посмотреть, потому что три дня разговоров про романтические путешествия с Джоэн Аппо, сегодня как раз третий. Так вот, когда речь идет о романтических путешествиях, мы не пытаемся придумать эконом вариант или шикарный вариант. Мы говорим обо всех вариантах. От самого до самого. Потому что романтика не подразумевает какого-то бюджета. Да? Есть возможность, сделайте с размахом. Нет возможности, подождитесь. По Венеции и вообще по Италии могу дать вам только одну рекомендацию, дорогие друзья. Никогда не просите ни в каком заведении, в баре растворимый кофе. При мне водитель... Вас будут презирать. Попросил на кафе. Бористо так обиделся, что просто казалось, что он сейчас даст ложкой по голове. Его оскорбили в лучших чувствах, он жизнь положил на приготовление кофе. Не просите растворимый кофе, вообще забудьте про это. Да, и лучше не просить американо, тоже такое, некое презрение в глазах вы тоже. Да, лучше отдельно стакан горячей воды. Да, и сами себе намешайте. Вы же, конечно, итальянские бористо привыкли к тому, что такое американо. Да, лайфхаков, да, потому что все это круто, это мило, это здорово, та-та-та-та-та-та. А мы сейчас будем переходить к идеям туров. Такое детальненькое, что можно как не попасться на... Кругом же есть жулики, ребята. Давайте тоже не забывать. Когда люди увлечены друг другом, они заглядывают друг другу в глаза, целуются, вот тут... Все-таки как немного раз... реалий. Вот тут... Есть жулики, потом есть вот эти вот афроитальянцы, которые... Ну, не себя показывают, а часы. Да, часы. Но на самом деле, они в основном... Вот в Венеции я их практически не видела. То есть, если есть, то какой-то очень маленький процент. Наполи, Милан, через один, Рим. Да. Что делать? Посоветуй, чтобы не испортить романтическое путешествие, потери документов, средств, чтобы тебя не облапошили. Вот как на самом деле, то есть, халатно относиться к своим вот всем этим кошелькам, сумкам в Италии напрочь нельзя, потому что я как-то тоже раз уже побывала в подобной ситуации. Да, сразу же на второй день пребывания у меня украли кошелек в Риме. Очень была классная история из сумки, да, собственно говоря. Я ходила, сумка вроде у меня была вот со мной, но я ж хоть уже который раз в Риме, но все равно хожу, смотрю, мне так классно. А туриста видно издалека. Конечно, то есть я ж не своя еще. Это знаешь, своя, когда это с котомкой, идет усталое лицо, там, пакет. И смотрит под ноги, а я не достопримечательность. Пакет била такой, да, и все. А наша, все, а что там крупу несет детям, мама, мия. Не у детей же воровать. Эндре да бомбили, мама. Так. Алора, сеньор. Окей, давайте перейдем к турам и 5 идей туров, которые ты подготовила специально для тех, кто отправляется в романтическое путешествие по Италии. Тур «Огни Италии», тур «Джоэн Аппо». Да, это стандартные, на самом-то деле, наши экскурсионные туры. Летим, конечно же, туда на самолете, приезжаем, нас встречает принимающая сторона, и дальше, вот, допустим, «Огни Италии» — это классический треугольник городов искусств. Это Рим, Флоренция, Венеция. То есть наши клиенты в любом случае посетят эти три города. В любом случае у них будет в стоимости данного пакета обзорная экскурсия во всех этих трех городах. И будет, конечно, предложены за дополнительную плату еще варианты, допустим, того же Тиволи, либо же там в Неаполь поехать. То есть это уже на их усмотрение. Насыщенная экскурсионная программа. В любом случае это дегустации вин и свободное время для прогулок вдвоем. Перемещение между городами, потому что, насколько известно, то есть точки такие серьезные. То есть Венеция, Флоренция, наверное, километров 300, Флоренция, Рим тоже, наверное, километров 400. Логистика, на самом-то деле, очень правильная, потому что изначально несколько дней туристы проводят в Риме, потом переезжают во Флоренцию, так как она ближе всего. Из Флоренции они переезжают в Венецию. И Венеция — это финальная уже точка, да? Венеция — это финальная точка. Возвращаемся обратно в Рим, ночуем там еще одну ночь, и, собственно говоря, выезжаем уже обратно. Треугольник замыкается. Да, потому что очень довольно-таки долго. Какие типы отелей вы предлагаете? Потому что у меня было такое, помню, на Новый год туристы заказывали Париж, уехали, оттуда присылают фотографии по интернету. Парижских отелей? Печаль вообще дикая. Ну, парижские отели, это было тема, у одного из автобусов. Тема вообще отдельная. Наш оператор быстро среагировал, потому что они сами не ожидали. Говорят, там автобус тур-класса, да?
Ну, то, что я увидел на фотографиях, даже... Мерседес Спринтер, это, да? Знаешь, это... Даже не знаю, где у нас так нужно, ну, какую советскую общагу уничтожить, чтобы выдать ее за две звезды, как минимум. Ну, здесь мы предлагаем варианты либо же три, либо же четыре звезды. Конечно, там три звезды – это бюджетные варианты, но я ездила в эти экскурсионные туры, потому что, ну, и возила я агентов для того, чтобы они, собственно говоря, посмотрели, где размещаются их клиенты. Сказать, что там как-то очень прям страшно и убого, я бы не сказала. Стандартная европейская. Отели чистенькие, ухоженные. Да. Это на, Флоренция это маленькая, Рим большой. На окраинах или там как-то? Вот в огне Италии селят 5-8 километров от основных достопримечательностей. То есть, в принципе, это не совсем окраина. В принципе, это называется пешая доступность. А что такое от Подола 5 километров? Это куда? 5 километров от Подола? Это до стадиона, да, по-моему? Нет. 5 километров да, это на бульвар Леси Украинки. Это вот 5 километров. В принципе, центральная часть. Я ходил. Да, то есть есть варианты, допустим, когда прям селят в центре, но в центре это, там, не знаю, рядом с площадью Поппола. Зачем? А колорит? А выйти вот за угол? Выйти за угол и попить там, где сидят эти, те, кто живут рядом, читают газетки, вот. Как у нас культура-то не прививается. А там всегда, да, утром заходишь, брешь свежие, кофеек и газетки. И к сожалению, не приживается пока, а очень жаль, очень хотелось бы. Причем вот, нет, какими-то вкраплениями у нас это есть, но именно вкраплениями. Ну, вот так повсеместности да. Почему-то. Да. Может, я вот как раз вспомнила, как в Неаполе футбол смотрят. Они собираются, выносят телевизор, и вот это вот скопление мужчин на улице. Да-да-да, когда Неаполе проигрывает, они этот телевизор иногда еще и ногами разбивают. Так, идея номер два. Тур Италия а-ля карты Рим. Рим плюс Флоренция. Да, здесь изначально прописаны отели, которые находятся в центре Рима и Флоренции. Ну, Флоренция в исключение только дат, когда проходят там выставки, но это в основном март месяц. Опять-таки, можно увидеть, точнее, сделать упор на конкретные два города. Это Рим и Флоренция, не распыляясь больше ни на что. Опять-таки, свободное время в стоимости обзорной экскурсии и по Риму, и по Флоренции. И, конечно, большой спектр экскурсий, который мы можем предложить, опять-таки, тот же тип. Опорная цена, как всегда, в сердечке. Те, кто нас смотрит не первый день, они уже давно знают. А у меня вопрос. Давай. Гуляете вы по экскурсии, на экскурсии. Как хочешь. Осматриваете вы город. В паре. Вот вы приехали, рассматриваете город, пьете кофе, кушаете брёшь. Да хоть лимончелло, ну. Да. И тут два варианта рассматриваем. Вашему спутнику, твоему, Таня, спутнику. Знойная итальянка посылает сигналы просто такие, что ну, удержаться невозможно. И он, у него раз, пелена на глазах, и все остальные дни, ты где, дорогой, ты где? Как с этим бороться? Или надо ли с этим бороться? Что происходит? Что бы ты делала? Слушай, какой вопрос интересный, как создателю туров, да? Учитываете ли вы это в туре? Обычно все наоборот. То есть знойные итальянцы... Я знал, что наоборот, это тривиальный вопрос. Я спрашиваю тебя. А если наоборот? Ну, итальянки, конечно, они очень шикарные женщины. Она может быть даже не красиво в классическом понимании этого слова, но они обаятельные, я сама на них засматриваюсь. Поэтому я бы, наверное, со своим мужчиной засматривалась на знойную итальянку. Спасибо. То есть, если бардак нельзя прекратить, его нужно возглавить. Да. Это одно из решений. Мы ответ услышали. Спасибо, шикарный ответ. Окей. Итак... Номер три. Идея тура. Римские каникулы. Один из знаменитых туров. Насколько он романтичен? Романтичен. Потому что это римские каникулы. Романтичен. Ну-ка. 8 дней проживания в Риме. Можно обойти абсолютно все места, которые я перечислила ранее. То есть, опять-таки, так хочу как в кино и пройти все знаменитые кадры из фильмов. Опять-таки, это Траставера. И здесь даже прогулка с гидом включена в стоимость. То есть, туристов поведут, расскажут, что такое Траставера, покажут, что такое Траставера, сходят в типичные ресторанчик в Траставерре. И, собственно говоря, то есть есть свободное время, туристы обзорную экскурсию увидели, прогулялись по романтическому кварталу, сходили в парк Боргезе, посмотрели со смотровой площадки на купол Святого Петра. Ну, собственно говоря, и предоставлены себе в Италии.
Хорошо. Ну да, тут трудно придраться. Вообще в Италии к романтике трудно придираться. Ну, у меня даже хоть есть маршрут определенный, да, то есть вот как вот начинается там, допустим, от фонтана Треви, продолжается там походом до Испанской лестницы, от Испанской лестницы до площади Дель Попполо, потом подняться в парк Боргезе, там погулять, смотровая площадка, Ватикан, закат, пошли к Ватикану, после Ватикана Траставера и вернулись опять к парку. Дальше программа тоже прописана? Ну, для романтических пар, нет? Просто если следовать, так следовать. Просто как пункты такие, да. А, то там уже все пошли варианты. Где остановились? Может, после Ватикана уже решили идти домой сразу же? Без Траставера. Слушай, а если вот, допустим, в период пребывания в Риме, либо в каком-то из других городов Италии, турист видит в интернете, допустим, там играет Фиорентина во Флоренции, либо там Рома в Риме, либо какая-то опера, либо что-то еще. Можно ли к вам обращаться и за помощью приобрести билеты? Конечно, главное, события? Чтобы они еще были, эти билеты. Если они не будут, то, конечно, мы их предоставим. Да. Но в основном можно. Всегда заранее мы как бы вот эти вот моменты учитываем. Если у нас туристы едут, они хотят либо же какой-то концерт, либо же пойти на футбол, то в любом случае они заранее нам об этом говорят, и мы бронируем, им привозят уже в отель непосредственно эти билеты. То есть агент может при бронировке тура также дописать, что прошу сообщить возможность приобретения та-та-та и стоимость на такое-то событие. Да, конечно. То есть мы также и Ла Скалу бронируем, абсолютно все спектакли, которые там проходят, либо же там оперы. Ну, неважно. То есть все варианты, которые доступны там с концертами и прочими мероприятиями. А я бы сходил на Олимпийский стадион в Риме. Не был никогда. Так, номер 4. Тур Италия. Так, Рим, Венеция, Милан. Это тоже Италия а-ля карт. Да, тоже а-ля карт. Опять-таки, это размещение в центре городов. Это удобство в данной программе в том, что переезд Рим-Венеция осуществляется на поезде. То есть, как бы в прошлых, в принципе, практически во всех экскурсионных программах это автобус, а вот Рим-Венеция-Милан переезд будет осуществляться на поезде. Опять-таки, три города довольно-таки романтичных. Опять-таки, обзор на экскурсии в каждом из этих городов, свободное время. И еще плюс, можно сделать подарки уже на месте в Италии, потому что будет поездка осуществляться в аутлет Сыровалли. Это огромнейший аутлет, один из самых больших под Миланом, где скидки там до 50-70% в зависимости от сезона. Поэтому можно даже не думать заранее о подарке, приехать и сразу же сделать друг другу подарки. Видишь, романтика романтикой, а меркантильные соображения конечно тоже можно учитывать. Хотя можно все это превратить его в романтический поход, да, то есть идти только за подарками. Ну, это уже сразу, конечно, очень романтично. И вот тут вот видишь, женская позиция как проявляется. Слушай, давай отвлечемся. Я просто особо не изучал вопрос, в силу того, что не было этих запросов от клиентов. Шоп-туры у вас есть или вы планируете их вот эти вот? Шоп-туры мы организуем. То есть, допустим, нам делают такие запросы. Мы хотим шоп-тур в Милан, либо же Римени, либо же... Ну, не обязательно на День Святого Валентина. Ну, например, мы сейчас же... Ну, например, окей. Мы бронируем отель в Милане. Конечно, стараюсь я это делать там, в зависимости от бюджета и в зависимости от того, какие магазины хотят клиенты. Если они хотят ближе к Монте-Наполеону, где очень дорогие марки собраны и дома, то там, конечно, уже и там троек не найдешь явно. 4-5 звезд, ну вот четверка одна точно есть. Либо же это квартал Корсо Буэнос-Айрес, и там уже более... так скажем, доступные марки. И отличный у меня есть вариант отеля, это отель Фениче в Милане, он находится прямо возле метро и в этом же квартале. Можно и до центра очень быстро добраться, буквально 2 станции метро. Ну и, конечно же, бронируем все варианты перемещения до аутлетов. Это не обязательно Сыровалли, это есть и Фокс Виллидж, очень довольно-таки их много. И в самом Милане есть очень много аутлетов, просто о них особо никто не знает. Нужно их искать. Вот. Можем забронировать и ассистента, который будет ходить и помогать шопиться нашим клиентам. И торговаться и общаться за вас, да? Ну, именно общаться, да, потому что у нас сразу же почему-то придумывают, что это будет ходить стилист и подбирать какие-то вещи. А-а-а. Но это именно ассистент, который вот там, такой-то размер нужен, не такой-то будет, цвет, перламутровый. Идет, он не идет, он просто поможет купить. Ну да, так? Да, да, перламутровые пуговицы и вот. Лабутены. В общем. Господи, ну вот зачем ты сегодня опять произнес это слово? Потому что я слышал, что они выпустили новую там какую-то модель, 2000 евро стоит, вся в бриллиантах, в стразах. Думаю, что в этом по телеку другого? А что бы не сказать, да?
Итак, идея номер 5. Итальянский тур «Рим из Киева». «Рим из Киева». Название романтичное. Да, очень романтично. В общем, это на самом-то деле это выбор отелей, который мы предлагаем довольно-таки широкий, от 3 до 5 звезд делюкс в абсолютно разных местах Рима. Обширный выбор групповых и индивидуальных экскурсий, которые мы можем предложить. То есть это не только Рим, но и выездные экскурсии на целый день. Опять-таки та же Флоренция, та же Венеция, та же Тиволи, Неаполь, все что угодно. Свободное время, опять-таки мы можем бронировать рестораны, ужины в этих ресторанах. Это могут быть рестораны с мишленовскими звездами, это могут быть варианты ужинов в отелях там, 5 звезд делюкс, там, допустим, Де Руси, там очень шикарный ресторан, то есть это тоже мы можем делать заблаговременно. И опять-таки много романтических прогулок, уютных кафе. А свадебные церемонии итальянские, это возможно? И возможно ли декоративно, возможно ли легально, которое будет признано? Можно делать и легально. Легально, конечно, это очень все сложно, потому что там вот происходит процедура. Если человеку совсем хочется жениться, вот, ну, прям аж это возможно аж сделать. Мы на самом-то деле уже запрашивали такие у нас варианты. Это было очень долго в работе, потому что нужно эти же документы потом переводить и легализировать их непосредственно в Украине. То есть, обратная легализация. Обратно, да. То есть изначально это все на территории Италии как-то заверяется, с мэрией. Можно сделать, конечно же, и церемонию красивую. Ну, то есть фактически это возможно, я думаю, что этого достаточно. Потому что сейчас про волокиту, это уже не свадебная тема. А декоративную свадебную церемонию, такой Marilyn High. Опять-таки, да, можно делать. То есть можно и заказать даже вплоть до визажиста и парикмахера, который сделает прическу, и заказать фотографа, заказать автомобиль, букеты, все эти вещи, и как бы насладиться этим моментом. Но опять-таки, это стоит довольно-таки недешево. Ну, кто ж спорит? В Италии вообще все стоит достаточно недешево. Мы же, раз уж мы рассматриваем эту страну, то мы об этом должны помнить. Более того, мы как-то запрашивали вариант даже свадебной церемонии в Риме. На берегу отеля 4 звезд. Ну, то есть, и это даже тоже делали. Поэтому, в принципе, все возможно. То есть, нет ничего невозможного. Хорошо. Итак, 5 идей, 5 туров, которые мы успели рассмотреть. По поводу Италия – это море. Вообще, в принципе, морской отдых. Я понимаю, что не 14 февраля, но кто-то будет дарить тур с выездом в другие даты. Вообще, сам пляжный морской отдых в Италии – это что? Вот для меня это абсолютная загадка, честно говоря. На самом-то деле, это отличный вариант морского отдыха в Италии, именно поехать в Италию, потому что вариантов масса, от бюджетных вариантов до, конечно же, Сардинии, Сицилии, где очень дорогие отели и там территории, помпезность и прочее. То есть, в принципе, на любой кошелек. Римини, Адриатика, Лидо ди Езело, Адриатика, отели... Ну, как, наверное, Коста Браво, Коста Дорадо больше знакомы, да? Типа, да? Да, вот, то есть это одно здание небольшое, допустим, маленькая какая-то территория, там максимум с одним бассейном, да? Про фонтан Треви. А что с ним там, вот эта легенда, да, с этим фонтаном? Что там происходит с ним? Там в него деньги бросают, надо в нем там лазить. Да, там на самом деле количество монеток, это даже определенное желание. То есть там к деньгам, к замужеству, к счастью, потом удачно развестись. Типа одному евро, да? На пассажир, на седло, да, ну там, допустим, одна монетка, это там встретить свою любовь, там две монетки, это там разбогатеть, три удачно выйти замуж. Я не знаю, ну там разный номинал бросают. Ну, я имею в виду по количеству монет, чтобы... Три. То есть удачно выйти замуж, самая дорогая. Слушай, да, кто их вынимает там? Это же, наверное, если бы уже все бросали, никто бы их не трогал, там бы уже и фонтана бы не осталось. Ну, да, я думаю, гора была бы больше. Там стоят, на самом-то деле, карабиньеры, которые вообще не подпускают к этому фонтану. То есть через них все бросают? Через голову карабиньера? Более того, они не разрешают это делать. Ну, то есть, если видят, они свистят свисток и такие, но, тебе кричат, а ты уже бросил монетку. За это не арестовывают хотя бы? Нет. Если кто-то хочет туда попасть, в этот фонтан, либо же подходят очень близко к бордюру, то их все-таки отгоняют. Можно смотреть, можно подойти, конечно, там получается, какой как уровнем он идет. Есть как смотровая площадка, спускаешься по лесенке, уже непосредственно. Все, то есть времена пришли такие, что только можно его созерцать, больше ничего, входить в него уже и касаться. Таким хитрым образом, собственно, служба карабиньеры пополняет свой муниципальный бюджет. Потому что очень часто люди пытаются забраться на этот бордюр и сфотографироваться. Учитывая, сколько желающих, ты не представляешь, какие там суммы лежат. Там вполне вероятно можно всю экипировку для карабинера обновить. Я на самом деле даже читала, какие там суммы достают, там, когда его чистят время от времени, там, то есть либо же там раз в полгода, но там неплохое да? пополнение казны, да, я скажу. Полный монет. Да, и тогда еще такой вопрос, смотри, понятно, что по Италии вы можете все, и такой вот странный запрос, они такие редко встречаются, люди, которые
ну, скажем, умудренные отдыхом, ну, там, даже на сайт не охота идти к оператору, и агентов они не особо трогают. Тем не менее, обращаются, допустим, можно ли к вам обратиться? Но мне нужна вилла в Тоскане, к примеру, да? Моему водителю, моему бабушке, теще, детям, мне, чтобы никого не было, я там один сижу, чтобы мне привозили молоко, булочки и больше не то, чтобы меня не беспокоило, плюс автомобиль. Были ли такие запросы, и возможно ли они у вас в компании получили? А, запросы, ну, плюс-минус похожие они бывали, потому что очень часто запрашивают виллы в Италии, но, к сожалению, путая с вариантами виллы в Черногории, либо же в Хорватии. Угу. Да, потому что по стоимости, да, потому что вилла в Италии это изначально очень дорого, ну, невероятно дорого. Конечно, мы предлагаем, у нас есть спектр определенных, это Тоскана, это, допустим, озеро Комо, там тоже, опять-таки, есть, как бы, это вроде и отельный комплекс, но отдельно стоящие виллы, очень отдельно стоящие и очень далеко от друг друга, поэтому практически гости даже не пересекаются. То есть у них там на первом этаже своя кухня, свои там горничные, повара и тому подобное. Поэтому, в принципе, у нас есть подобные запросы и есть варианты, что мы можем предложить. Опять-таки, все то вопросы. То есть в данном случае в Италии вилла – это не трехэтажное частное строение, как в Болгарии, либо в Черногории, где живут туристы. Это особняк, в котором ты находишься. Да, и, да. Вот, несколько территории. Спален, да. Арендуешь не номер, а несколько спален, этажей, вот все это. Хорошо, вернемся тогда к морю. У меня вопрос был, я слушал. Чем добираетесь? Что с визами? Как долго делаются? Насколько сложно? Документы? Ну, то есть фактически вот то, о чем мы говорили, годится ли это для кого-то, у кого нет виз? Я так понимаю, что в любом случае не успевают именно в день всех влюбленных. Именно в день всех? Ну, конечно, нет. Мы уже не успеваем, потому что виза открывается в течение 10 рабочих дней. Ну, иногда бывают задержки до двух недель. Насколько сложно? В принципе, ничего сложного абсолютно. То есть пакет документов довольно стандартен для Шенгена. Это, конечно же, справка из банка. Ну, как бы я умалчиваю все варианты с паспортами и фотографиями, потому что и так понятно. Справка из банка, конечно же, подтверждение материальное, твое это остаток денег на счету, это как минимум 50 евро на день пребывания в Италии, это, конечно же, все легальные справки с места работы, потому что очень часто люди почему-то делают нелегальные справки и потом удивляются, почему им не ставят визы. Ну, в принципе, больше никаких особых проволочек нет. Хорошо, если зарплата легальная 2000 гривен или 1000 евро, это итальянцев или нет? А если зарплата будет такая указана... Вот легально, 1300 гривен. А, тогда нужно будет еще дополнительные документы. Источники, да, да. Это может что? Быть. Это может быть спонсорство элементарное. Родственников или знакомых? Или... Только родственники. То есть, только родственные связи. Через родственные связи. Да. Угу. Ну, то есть, в принципе, там ничего сложного. Раньше было очень сложно получить визу в Италию, тем более с чистым паспортом. Сейчас ставят и в чистый паспорт. Ну, Италия спокойно. В одно время чуть было не поменяла флаг на украинский. Помню прекрасно, в 2000-м и так далее. Сколько наших там? 5 миллионов человек выехало туда. Да, было дело, и многие из них по-прежнему там живут. Так. Мы о романтике, слушайте, виза очень важная. Мы о морях говорили. Виза очень важный вопрос. Вокруг семейных отношений. Да, да. Даже визы нужно делать с любовью. С любовью к таможенной службе. Визы делать с любовью. Ну а почему нет? Можно. Можно. Даже можно визы делать с любовью. Можно даже визы делать с любовью. Вот так должно было прозвучать. Да, был вопрос касательно морей, да, и на чем летаем. И, в принципе, хотелось бы рассказать о планах, которые будут на летний сезон. То есть мы будем предлагать вариант отдыха на Тиренском море. Это побережье Трима до Неаполя, Ривьера ди Улисс, либо же побережье Одиссея, его еще также знают. Довольно-таки бюджетный вариант отдыха в Италии, потому что ранее у нас был замечательный чартер в Римине, и мы всех туристов отправляли в Римине. Сейчас нужно чем-то заменять, помимо дорогой Сицилии, там, Искии, либо же Сардинии. И у нас вот пришел такой вариант с Ривьера ди Улисса. Очень удобная логистика в плане экскурсионки, то есть, опять-таки, там можно добраться до Рима. Ближайший курорт 40 километров от Рима находится, курорт Анцио. Либо же поехать в Неаполь, посмотреть, ну и проехаться по самому побережью, потому что оно невероятно красивое. Теплое море, опять-таки, чем ближе к Неаполю, тем больше у нас живописные пейзажи становятся. Ну, место и по деньгам, и по уровню отдыха довольно-таки неплохое. И, конечно же, прилетаем прямым рейсом в Рим. Также планируется Лидо ди Езоло. Лидо ди Езоло – это побережье рядом с Венецией.
это Адриатика. Море мелкое, опять-таки, очень популярный курорт на самом-то деле, потому что... И среди итальянцев? И среди итальянцев, да, там довольно-таки много семей приезжают, есть уже излюбленные отели, в которые они приезжают довольно-таки часто, плюс огромнейшая инфраструктура курортная, это и ночные клубы, это и кафе, это и магазины, опять-таки удобство того, что ты можешь съездить на экскурсию в Венецию, есть варианты шопинга в аутлетах Местре, Местре это материковая часть Венеции, поэтому опять-таки весь спектр услуг завязан еще и на этом варианте отдыха на море, на Адриатике. Ну, мне почему-то кажется, что, может быть, мне действительно кажется, ну, вот, из того, что я видел, слышал, что все-таки вот, пляжный итальянский отдых, он пока, не знаю, среди украинского туризма, он не стоит там на первых местах. В какие-то последние очереди рассматриваются. С точки зрения экскурсионного отдыха, да, конечно, колыбель цивилизации. Мне счастливилось побывать на обоих побережьях, то есть, ну, на этой стороне, на это, они битком. И в Риме я был, и где Пиза, с другой стороны. А в каком месяце они становятся пустыми? Знаешь, я скажу, итальянцы все... они выезжают все массово Феррагоста, да, у них есть этот период. В августе это просто ехать нереально, потому что они все там. Все, что южнее, начиная с Флоренции, южнее Милана, все просто сгорает. Там плюс 40 температура, Флоренция, она в котле, Рим, Наполь, все просто закрывают офисы, рестораны, бары, и вы итальянцы, местные, все к морю. Поэтому в августе это исключено, я так понимаю, там и по ценам. А вообще, как у нас, заезжаешь... просто битком, ну, местного населения, скажем так, я все-таки отмечу. А для нас, для украинцев, конечно, Италия не всем доступна, но я тебе скажу, очень мило, если ты осваиваешь, это очень мило, можно найти вот эти варианты, как мы с тобой были, албанские, болгарские, какие-то небольшие ресторанчики, где цены не такие, как что, знаешь, ты, ну, там, где местные поужинал, едят, поужинал в Венеции и застрелился, знаешь. Там. Ну, вот как раз мы и предлагаем эти побережья, которые они более бюджетные, более доступные, не такие, там, допустим, варианты отдыха, опять-таки, с Искья, она довольно-таки дорогая, это побережье Версилия, это под Тосканой, тоже очень дорого, поэтому мы выбрали варианты, которые туристы смогут и отдохнуть на море, и посмотреть Италию, и это не будет слишком затратно.